Здравствуйте, наши дорогие друзья! Всем здравствуйте! Мы хотим вам показать сегодня три движения, благодаря которым мы похудели на 18 килограмм. Особенно в талии. Чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть наше первое видео. Первое движение. Выполняем боковую волну, отрывая пятки от пола. Это движение напоминает чем-то ламбаду. Делайте его плавно, старайтесь попадать в ритм. Плечи зафиксированы. Работаем бедрами. Не забываем дышать. Не спешите, делайте это движение четко и ритмично. Держим пресс напряженным. В этой тренировке для начинающих три движения. Каждое движение выполняйте по 5 минут. Если вы устаете, между каждым упражнением делаем перерыв по 1 минуте. Четкие движения вправо и влево. Очень хорошо задействованы все мышцы пресса, особенно боковые. В следующем упражнении встаньте прямо, немного согните ноги в коленях, подайте таз вперед, сделайте резкий выдох и лобковую кость поднимите немного как бы вверх. При этом мы делаем махи руками по 2 счета на каждую руку. Это движение очень хорошо способствует жиросжиганию именно в области талии. Потому что в жизни мы очень мало качаем пресс и мало задействуем эти мышцы на животе. А здесь в течение 15 минут мы качаем как будто бы пресс. Благодаря этому движению я купила кроссовки и теперь всегда сама завязываю себе шнурки. Они на липучке, они у меня. Через несколько минут начинается очень сильное потоотделение. Это означает, что очень хорошо уже топится жир. После этих упражнений очень хорошо бы еще нанести в душе скраб на проблемные зоны на животе или сходить в баню и попариться настоящим веником. Или хотя бы хорошенько потереть проблемные зоны мочалкой. Ну и подходим к третьему, самому сложному упражнению. Это прыжки с руками вверх по очереди. Прыгаем то на одну ногу, то на другую, как бы перекатываясь с ноги на ногу и поднимая также противоположную руку. Тоже так прыгаем 5 минут. Это упражнение сложно выполнять людям, которые далеко за 100 килограммов или у которых больные колени. В этом случае вы можете не отрывать ноги от пола. Дорогие друзья, мы вам желаем хорошего настроения и тонкой талии. До встречи в следующих роликах!